Добрый день. Сегодня 3 сентября, Лазаревская. Приехал в 6 утра 1 сентября с Крыма. Отлеживался 3 дня. Съездить надо, купить проездной билет. Погода у нас плюс 30. Родной автобус. И поехал. Что сказать о Крыме? В Крыму хорошо. Но я там не отдыхал, а носился с камерой. А потом к вечеру еще отель ищешь. Жилье в каждом городе. Это не отдых, беготня. Так красиво, что говорить. На жилье цены ломят жестоко в Крыму. Иду покупать бейсболочку, где покупал. Туда иду. Может, есть такие еще? Таких у него не было. У меня взял немного другую с красным цветом. Вот эти надписи меня смущают. Что-то на немецком там. И вот этот флаг. Что за флаг? Там у меня синяя была, а это немножко с красным. Ну, ништяк, печь не будет. Голову, а то там в Крыму последние 4 дня бегал на солнце. Без нее колпак вообще взрывался. Так, еду теперь куда? До вокзала. Надо меня взять, продлить эту билет купить. Народ на Победе тусуется. Время 4:30. Вот эту штукенку надо купить. Проездной. Народ тусуется. Лазаревская. 3 сентября. 3 сентября. День. Температура у меня 38,5 было домой, когда приехал. Потом 38,3, 37,5, потом опять подымалось. Главное, ни насморка нету, ничего. Ломает тело. В автобусе жарко было. Кондюшек не обдувал. Потом водилу попросили, ну, он взял это сверху, мы и не знали, там сумки закладывают, а там есть отверстие, которое выдувает, и сумками заложил, поэтому жара была. Потом сумки он убрал, как начало дуть, вот этот холод, а мы все вспотевшие, походу меня там продуло, я не думаю, что это болезнь какая-то. Именно вот домой приехал 1 сентября в 6 утра. И через полдня у меня вот эти ломки начались. И до сих пор сейчас ломает. Неприятно вообще. Я даже не знаю, какие колеса пить, но я вкинул аспирин. И чай с лимоном пью. Ветерок немного подувает, так хорошо.
Видно то, что в Азовский парк он снимал, помните, я говорил вам в ролике. Еще 200 билет плюс 500 рублей японский сад. Я, короче, думаю, надо дуру прогнать. Ну, говорю, у меня группа вторая, она есть с собой, говорит, это документы, да, в натуре про канала. Она говорит, 1200 убираем бесплатно вам, а 500 рублей оставляем за японский сад. Я говорю, нормальный ход. Короче, я больше часа ходил там, снимал этот сад в Протоните, в Азовское. Там потом еще, может, видели, на море я там пошел, и вдоль моря километра два там и шел, где отели там разные, купался там. И этот ролик скинул с ноутбука в этот, то есть с камеры в ноутбук, и не могу найти. Там, ну, я понимаю немного, у меня не хватало места, куда это все скачивать. Я еще один диск добавил, он называется виртуальный, и туда скидывал. А потом по нечайке его удалил, что ли, или как. Я так расстроился. Это самый лучший парк в Крыму. Вот. Потом Севастополь не вошел. Где я там чаек кормил. Здоровый такие. Корабль там снял специально такой. Военный. Он прям рядышком там стоял. Потом три важных улицы в Ялте. Пушкинская. Там театр показывал. И это. Дача Чехова. На Кирова. Так, ладно, я пришел. Мне надо купить билет. Не дача Чехова, а дом Чехова на улице Кирова в Ялте. Вот. Так обидно было. За сентябрь взял, все, можно теперь бесплатно ездить на автобусах. 300, ну также 340 рублей стоит. Пойду мастера навещу. Надо же напомнить ему, что я еще живой. Которого GoPro делаю, семерочку. Сколько? 3 месяца, да? Нормально. Как бы не кипишнуть мне сейчас.